В детско-юношеском центре «Лидер» состоялись первые в Нарьян-Маре соревнования по настольным играм. Общество людей с ограниченными возможностями опробовало новые игры, приобретенные на средства гранта и при поддержке спонсоров. Подробности в материале Катрины Тайбари. Время, которое вы сегодня здесь проведете, я надеюсь, что вы отсюда уйдете, сказав спасибо друг другу. Пятничное утро членов общества инвалидов началось с турнира по джаколе, шаффлборду, корнхолу и кульбуте. Настольные игры – это народов мира. Они сейчас имеют популярность во всех регионах, где есть организации инвалидов. И также они пользуются популярностью на всех выездных соревнованиях. Андрей Кузнецов уже активно проявил себя в регионе и выступал на соревнованиях за его пределами. Мы представляли наш округ и в Карелии, и в республике Коми, и в Крыму. Вот последний раз мы ездили в Сыктывкар. У нас различные там соревнования были, в том числе и у нас настольные игры проходят. Для людей с ограниченными возможностями особенно важно оставаться в общественном социуме и принимать участие в различных мероприятиях. Спортом уже где-то лет 7-8 примерно занимаюсь и активно люблю принимать участие в различных соревнованиях, чтобы интерес было и какое-то разнообразие. Не сидеть, не скучать дома, а что-то там делать в жизни, чем-то увлекаться. Поэтому я пришел и поучаствовать в соревнованиях. Джакола поиграл. Это игра, которая 400 лет из Германии пришла к нам сюда, в Россию. Вот я с ней три партии набрал определенное количество очков. Сейчас вот буду в других соревнованиях принимать участие. Общество инвалидов регулярно проводит подобные мероприятия. Их главная цель – интересно провести время и пообщаться. Сегат, я тоже участвую. Ну, будем стараться, что не завоевать. У меня уже так-то завоевано много медалей, но уже есть и пенсионные, есть и вот по настольным играм. Ну, я-то хожу каждый раз, когда проходят, если не в больнице. Бывает, что пропускаешь, когда в больнице. Но я уже в течение 8 лет хожу. Так. В сегодняшнем турнире по настольным играм приняло участие порядка 40 человек. Для помощи в проведении мероприятия были привлечены волонтеры. Катрина Тайбари, Вадим Стасюк, телеканал «Север».